В Омске появилась комната Николая Рериха, мини-музей, посвященный знаменитому русскому художнику, писателю, путешественнику и археологу. В здании Федерации Омских профсоюзов все желающие смогут увидеть 20 репродукций знаменитых картин художника и познакомиться с его библиотекой. Отмечу, что в течение жизни Рерих создал около 7 тысяч картин и 30 томов литературных трудов. Открыт музей по вторникам, четвергам и субботам, вход свободный.